Друзья, всем привет! Меня зовут Любомир Борода, и это мой канал. А наконец-то настала весна, уже плавно переходящая в лето. Это грядут куча выходных дней, и каждый практически из нас думает над поездками, путешествиями, вылазками на природу и прочими крутыми штуками. Соответственно, каждый подбирает сейчас себе какой-то необходимый инвентарь, рюкзачки, одежду, какие-то всякие различные интересные штуки, которые можно брать с собой и которые будут вам помогать. Все различные аксессуары и прочие крутые пироги. Соответственно, у меня есть что предложить вам. Хочу рассказать вам о такой вот крутой зубной щетке. Что такого в этой щетке, скажете вы, необычного? А знаете что? Это щетка компании Апперкат. Вот с такими вот классными боксерами на упаковочке. Она бамбуковая, она полностью из природных материалов. Коробка и сама упаковочка сделаны из вторсырья, так сказать. Щетка очень классная, очень мягкая. Деревянная ручка, я уже сказал, бамбуковая. И будет отличным подарком любому человеку. И вот такая щетка, она очень классно вписывается в любой travel набор. Мужская, а может она быть и женской, а может она быть для бороды, а может быть просто для волос. Что классного, она складывается и занимает очень мало места, плюс она антистатик, у вас ничего не магнитится, носить с собой приятно, дизайн классный, подарить кому-то тоже будет очень круто и кайфово. Все, что мы носим с собой каждый день, должно быть у нас вот где-то здесь. Да, я говорю о сумках Hard Drive. Это классные waist baggy. Это штука из кордуры тысячной, которая отталкивает влагу. Она очень крепкая, ничего никуда не ведет. Я уже делал обзоры на эти сумки, но скажу еще раз. Сам хожу с такой не первый год и, наверное, уже и не второй. Вот, и... Ну, тут очень классно. Она внутри хорошо организована, она много в себя вмещает, и с ней кайфово, как раз как на природе, так и в городе, и в любых поездках она вас спасет. И не думайте, что эта сумка может быть только лишь там в цвете койот для такого, так сказать, прям вот military style. Нет, почему? Они могут быть и желтые, они могут быть и вот такие разноцветные, и любых расцветок, и всякие и фиолетовые, и черные, и прочие, и всякие разные. И кому хочется такую сумку, обращайтесь ко мне, все вам устроим и организуем. В любой поездке, будь то поезд, будь то просто поход на природу, палатки и прочие дела, конечно же, не обойтись без классной кружки. Мы подготовили офигительную кружечку. Она вот у нас находится в таком мешочке. С такими классными мотивационными лозунгами, с нашим другом Джонни Зигером, который путешествует на фоне гор. То есть мы здесь видим горы, здесь у нас Джонни, здесь у нас мотивация. И даже когда мы наливаем какой-то напиточек, например, в эту кружку, то горы отражаются в водичке нашей, как в озере. И, соответственно, небольшой стикер-пак в подарок в каждой кружке. Кружка отлично как для себя любимого, опять же, так и в подарочек. А по желанию опционально я могу обмотать ручку данной кружки паракордом чая. И это не просто чай, это чай Пуэр, который наш Семен Книга, владелец чайной своры, владелец чайного клуба Чиюн, специально отбирал, общался с китайскими фермерами-колхозниками, которые делают чай. Он перепробовал 27 сортов Шу-Пуэра и остановился на вот этом, который я сейчас держу в руках. Мы сделали ему классную упаковку с фирменным дизайном клуба бородачей Николаева и поместили на обложку Степана Осиповича Макарова, как заслуженного николаевца и отличного бородача. Это отличный подгон любому человеку, который любит чай, вот, и как сувенир из города Николаева. Эта тема называется она Altoids. Это мятные леденцы, они бывают разные. На сегодняшний день у нас в наличии есть 4 вида данных леденцов, как в большой жестяной коробке, так и в маленькой коробочке.
Чем знамениты эти леденцы? Это английские леденцы, которые на сегодняшний день считаются по популярности мятными леденцами номер один. Да, в Англии их придумали, но популярностью они пользуются в США. И они очень популярны в среде выживальщиков, потому что данную банку используют после того, как закончились леденцы. Она жестяная, она классно открывается, и в нее можно укомплектовывать какие-то небольшие наборчики для ремонта одежды, для, например, медицинской маленькой аптечечки и прочие дела. Деньги и карточки в поездках. Не хочется носить чего-то с собой много всякого разного и большого и крупного, поэтому существуют вот такие вот кожаные классные карт-холдеры, куда мы можем положить пару карточек и немножечко налички. Прицепить карабином, чтобы он никуда не терялся, за какой-то шнурок, положить в карман, который не будет оттягивать ваши шорты или штаны, не будет составлять вам дискомфорт, и вам будет дико кайфово. А плюс для тех, кому все-таки надо носить с собой побольше, либо мы едем в какую-то зарубежную поездку, и нам надо вести с собой документы, travel organizer, в который вмещаются легко два документа, будь то гражданский паспорт и загранпаспорт, либо оба вместе, некоторое количество банковских карточек, и, соответственно, под документы вы можете класть свои нычки в виде, например, купюр. Как же на природе без активных игр? Смотрите, какая охрененная штука. Это ракетка для игры фрискобол, маткот его еще называют. Это пляжный такой теннис с удобным шариком, которому пофиг на ветер и на какие-либо погодные условия. В маткот можно играть как зимой, так и летом, как на пляже, так и в лесу, и где бы то ни было, даже, например, на рабочем месте. Вот. И, соответственно, есть в наличии у нас вот такие вот классные наборы. В таком вот офигенном мешочке. Пару ракеток, пару мячиков. А это 100% handmade. Долговечные, неубиваемые ракетки. И это игра, которая уже захватила всю Европу и пришла захватывать нас. Соответственно, это будет отличным подарком для любого человека, который любит выбираться на природу и круто отдыхать. Любое путешествие, любая поездка, любой выход на природу и куда бы то ни было, это, конечно же, приключение. Фирменная футболка Любомир. Приключения ждут. В наличии все размеры. Футболка очень плотная, мягкая, удобная и уютная. Такие вот, друзья, дела. Путешествуйте вкусно, путешествуйте кайфово и всего вам самого хорошего. С вами был Любомир Борода.